говорим пока что. Поехали. Впереди зеленый, говорит, зеленый, да? Летай. Пешеходов нет? Двигаемся. Это тоже есть часть маршрута всех автошкол. То есть все должны здесь поехать хотя бы раз. На регулируемом перекрестке поедем налево. Здесь также нужно включить левый поворотник и выключить, потому что вот развилка, да? Теперь включаем левый поворотник. И мы будем выезжать на улицу Демьяна Бедного. Загорается зеленый, сейчас нетерпеливые еще повернут, но автобус нормально пошел, вот белый непонятно. Пропускаем сейчас встречный поток, высовываемся. Поехали, поехали, поехали с газом, а там он, ЗИЛ нас сейчас несет. В любую из полос, ну сразу, либо влево, либо вправо. Мы выбрали левую полосу, да? Вправо, да, перестройся. Ну, перестройся вправо, если хочешь. Поворотник нужно включить не тогда, когда никого не будет, а тогда, когда ты хочешь это сделать. Вот ты видишь, машина подъезжает, убираешь поворотник. Не надо. Знак там какой мы проехали? Все. Скажи мне, докуда он действует? До перекрестка. Скажи мне, где перекресток. Вон там, вот это пешеходный переход регулируемый. А вот где справа машины? Что, это не перекресток? А, это перекресток тоже. Перекресток? Да. Неравнозначно. Ну, знак отменяется только регулируемым перекрестком? Нет, ну, вот. Всеми. На регулируемом перекрестке налево поедем. В обратную сторону, если оттуда ехать, да, навстречу нам, тоже стоит знак 40. Вот ребята поворачивают, да, встречка, вот другие знаки, знак 40. Но самый прикол в том, что знак стоит, установлено ограничение скорости 40 км в час, а вот справа от нас перекресток. Угу. Где техосмотр, вон, видишь, да, это реальный перекресток. Туда идет даже улица какая-то, название, надо посмотреть, какая это улица. И по сути ты уезжаешь на 40 и плевать на него. Ну, опять же, не дай бог. Смотри встречный поток движения, может же встречка поехать. А то все привыкшие, что здесь никто не едет. Тоже страшно. Ты когда поворачивала сюда, тебе было удобнее попасть во вторую полосу. А сейчас ты вот этого джипа просто, можно сказать, зарезала. Он ехал в нашу полосу. А ты такая едешь в его полосу, где он сейчас стоит. И берешь, перестраиваешься. Это хорошо, он тебя не посигналил, не напугал тебя. Он просто плюнул, наверное, в нашу сторону и пошел в другую полосу. Видишь, Приус выезжает? Угу. Выпусти его. Поехали. Каждый второй туда уезжает. Это не сдача экзамена.
те, кто справа, они справа поехали, они уступают нам дорогу, но так как ты замедлилась, поехали, так у нас там вон сейчас... у нас зеленый горит, поехали, мы на перекрестке находимся. Там понимаешь? 40. Мы уже даже перекресток проехали, но если у тебя сомнения, едь до того же знака, как мы в обратном направлении ехали. Ты когда поворачивала на перекрестке направо, тебе горит зеленый основной сигнал, да? Ты поворачиваешь, горит красный. Это уже другим, кто поперек едет нашего движения. Понимаешь? Понимаю. Короче, еще один сколько. Это вот тут повороты, вот этот пить, вот этот вот перекрест. Ну на перекрестках как ты поворачиваешь? Естественно, тебе будут говорить зеленый, поворачиваешь, тебе горит красный. Но красный это говорит другим, а не тебе. Тебе горит зеленый. Ты пропустила пешеходов и поехала. Независимо, даже какой там уже замигал светофор, тебе нужно его покинуть. Перекресток. Понимаешь? На регулируемом перекрестке направо поедем. Не надо за ними ехать. Поехали. Прямо едем. Прямо едем. Прямо едем. Едем. Я еду прямо. Ну затупил он что. Он хотел судьбу обмануть. Либо не местный. А там тупик, да? Правоповоротник. Знаки-то как расположены. Движение по полосам, он так и поехал. А приехал, а выехал. Перестроился, то есть. А там привет. В обед. На перекрестке направо поедем. Держимся в бордюрке. Видишь, бордюрка в землю втоптана. Да. Вот к ней ближе подъезжай. К чему я тебе сказал, сейчас поймешь почему. Потому что стоя здесь, ты будешь до вечера стоять, потому что ребята будут объезжать по обочине. Подъезжать нам было не к машине, а ближе вправо, к бордюрке. То есть тем самым перегородить людям движение, потому что ты тоже в очереди. Но по обочине ты ехать не можешь, понимаешь? Ну что, они такие наглые? Ну вот так вот, а будешь стоять тупить, будут все ехать, а ты будешь стоять на одном месте. Поехали, не бойся, не бойся. Пешеход, видишь, идет, успеешь, нет? Правее бери, правее бери. У нас здесь для нас светофор никакой роли не играет, выезжаем. Пешеходному налево посмотри, пешеходов нет. Пешеход. Я говорю слева пешеходов а нет, отсюда это видно. Поехали. Высовываемся. Высовываемся. У тебя как раз дорогу тебе, для тебя перегородили. Крути руль. Крути. Вот так вот. Все. Вот так выехал. Понял?